Мешает реклама, жми на крестик. Доброго времени суток, с вами Аракис, и это продолжение Войны Гильдии. Да, продолжается сливная неделя, но вроде бы как что-то, хоть какой-то там деф выставили наши противники. Да и в принципе, кого-то попить можно. Не знаю, насколько они сильны, вы видите, и стоит ли вообще такое снимать. Но так как давно я ничего не снимал, и с такого, поэтому попробуем. Постараемся даже, наверное, разнообразить немножко пати. Вот так, кого же мы возьмем в первое пати? В первое пати можно было бить через Вальку, но давайте возьмем что-то другое. Так, кого бы взять? Так, лидерку. Давайте возьмем пирата. Давайте возьмем Вусу, протестируем, так скажем, немножко. Так как руна у нее все равно не особо хороший, возьмем Ашира, к примеру. Скорость либо хп, не, лучше скорость. Сколько моего пирата? Так, 198. Оп, прошу прощения, мышка что-то выеживается. Так, и 181 усы. Нормально. Так, а во второй пати мы возьмем, кого мы возьмем? Давайте вот так возьмем, вот так. Ну и мой стандарт, даже скажу так, двое будут бить мишку. Хотя, а давайте без мишки. Давайте без мишки и возьмем, к примеру, так, подхила у нас единственное вот нет. Может взять Рока? А почему бы и нет? Он у меня, конечно, не лучшим образом одет, но развлечемся сегодня. Так, участник гильдии, я так понимаю, первый, второй бой. Так, уже. И, ну, понятное дело, раскол. Ой-ой-ой, не лучший вариант. Так, повешаем щит. Нет, щит не будем мы вешать. Попытаемся заслипать. Нет, слип не прошел. И вряд ли получится у нас шотнуть его. Да, щит помешал. Плюс еще и хп многовато. Так, едем дальше. Кого мы будем сливать? Пиратика. Так, повешаем щит, я думаю. Да, впервые Вуса у меня вообще в пуле, так что, может, где-то буду тупить или что-то неправильно ним делать, но, опять же, руны на нем не особо хорошие, но, ну, что ты выдашь? 4000, ну да, фулл хп, небольшой урон. Плюс скиллы не точно, ну, вы понимаете, то есть персонаж, грубо говоря, голый. Эротика, голый. Так. Ой-ой-ой, это уже плохо. Можем потерять пиратика, это нежелательно. Так, пиратика мы пока не потеряем. Будем, я думаю, добивать белку, либо... А ну-ка, второй заход. Попытка номер два. О, второй заход получше будет. Так, и шваркнем вторым скиллом. 7000 в раскол. Ну, неплохо. Вот пират плохо, что не кританул. Я думаю, добьет наш Ашир. 4 крита, насколько я заметил. Вроде бы, да, 4 крита. Так, кого мы здесь будем убивать? Я думаю, первого Веромоса нужно валить. О, Виолент. Мощно, сработал. Ну же, раскол. И... О, оставьте что-то Року нашему. Итак, Рок. 8000, неплохо. Так скажем, для этих рун. Так. Ну и добиваем нашего. Ну давай, 50 атак. Нет, только одна. Скромненько. Скромность украшает нашего Рока. Ну вы видите, то есть атака, это, так скажем, да и я выбрал не самых своих топовых монстров из того, что у меня есть. Так, и будем бить нетронутого. О, здесь тоже есть Вуса. Вуса. Так, кого мы возьмем в первой пати? Я думаю, Вусу мы заменим, так как это вообще печальный вариант был. Да, возьмем белку, дополнительный раскол. Если что, подхил. Так как подхил от волка, вы понимаете, не особо огромен. А во второй пати... Во второй пати, кого мы возьмем? Поприкалываемся. Соларама. Соларама, но для него возьмем какую-то лидерку,
которая нам, в принципе, потом будет не нужна. Кого мы возьмем из лидеров? Сейчас мы посмотрим, кого мы возьмем из лидеров. Чтоб, если что, так, что мне и лидеров не особо много. Скорость атаки, либо мне бы резист какой-то. О, лучше тогда возьмем ХП. Да. И я думаю, у нас Соларама что-то сможет сделать. Надеюсь, тут станов. А, хотя у нас есть стан. Ступор при крит ударе. И держит ли? Пофиг, поехали. Участник гильдии. Опять же, вторая атака, я думаю, простят. Так, поехали. И кого мы будем первого сливать? В принципе, наверное, Валькирию. О, нет, не Валькирию. Наверное, будем бить Вусу. Вуса умрет или не умрет? На что мы ставим? Пух-пух-пух. Умер. Ну, его сейчас, естественно, воскресят. Так, есть ли смысл давать раскол? Нет. Ударим. О. А, и сейчас подхилит, естественно. Ну, попытка номер два. А ну-ка, сделай то же самое. Красавчик, ай, молодец. Так, и... Ну, я очень удивлюсь, если... Хотя, вот сейчас уже есть шанс. Давай. Отлично. И осталось теперь... Ой, нужно было дать раскол. Ладно. Сейчас, я так понимаю, не добьем мы. Почти. Ну, очень тоненькие, тоненькая у нас оказалось представить. Так, 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 что мы делаем? Ну, чуть-чуть затянем, точнее, попытаемся слить ХП нашему фантому, так как он больше всего и помешает. 10 тысяч. О, слабенький. Слабенький, слабенький. Добиваем. Он единственный просто, кто нам может помешать. Для всей этой канительки. Я так понимаю, моего дракона даже и не убьют. Блин, плохо. Надо было его и не брать, знал бы. Ай, бей раму. Раму бей. Раму бей. Раму. Ну же. О, застанили. Давай раму бей. Бей раму. Видите, дракон мне, по-моему, больше мешает. Оттягивает. Так, так, так. Блин. Так, сейчас долго мы будем сливать. Лучше бы не станил, конечно. Так, ну же. Отлично. И сейчас рамой мы... Ну, конечно же, не шотнем. 1400, обалдеть. Супер-мега-скилл. Кто-то мне там писал. Ой, да блин, прокачанный Верат, когда у него 2500 брони, он будет всех бить по 50 тысяч вторым скиллом. Найдите мне этого балабола и скиньте мне это видео. Желательно патча такого от 1, там, не знаю, 9 и 0 и повыше. Бред абсолютный. Верат как был... Он просто контроль. Урона от него вы не дождетесь, наверное, никогда. Разве что ему поменяют скиллы конкретнейшим образом, и тогда, возможно, он что-то сможет сделать. А так, Верат — это кусок, который не стоит, так скажем, атакующего класса. Ну, на то он и не атака. Он больше для контроля. Контроль — хорошо, не буду там спорить. В контроле он может что-то сделать. Но не как атакующий. То есть, как бы вы его ни одели, там 5000 ему брони сделаете, он все равно не сможет выдать этого дамага, который там все там описывают. Бред полнейшая ахинея. Так, 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 так. Нужен ли нам здесь пират? Возможно, стоит взять Хлою. Да, возьмем, давайте Хлою. Вот с таким составом я еще, по-моему, не дрался. Я думаю, будет интересно. Так, где наш Ашер? Ашер. Тут, тут, тут. Так, берем Хлойку для того, чтобы защититься от прокаста. Так, а здесь мы возьмем, тоже можно, так скажем, поприкалываться, Соларама. Хотя Соларама, я думаю, уже всем надоело. Давайте возьмем более такой, что ли, бюджетненький. О, давайте возьмем Шену. А может еще и Меган? Такой зарп... Нет, у меня нет вообще подхила, это вот абсолютное значение. Давайте возьмем Мишки Гами.
сила атаки, бла-бла-бла. Да, поехали. Саппорт атака против полусаппорт атаки. Поехали. Господи, это, что же это такое? На кого не нападу? Всех прям бомбят. Все хотят выиграть. Так, QB91. Так, нужен ли нам сейчас... сравниваю полосочки. Нужно линейку с собой брать, чтобы действительно сравнивать. Так, ставлю на то, что в следующий раз кину, если что. И, по-моему, я угадал. Так, будем добивать нашего Шемитку. Шемитка, до свидания. По-любому до свидания. Так, и сейчас будем бить Теомарса. Так, ну... Тогда ладно, и мы, чё скромничать. Хотя, надеюсь, он не будет белку бить. Ну, конечно же, не будет бить белку. И будет бить. Так. Ой, без раскола. Прошу прощения, туплю. Ладно, хотя, в принципе, все равно бы мы его не убили. Так, и так, и так. Да, Теомарс, вы видите, 7000... вообще не бронированного персонажа. Ну, вся гильдия, в принципе, такая. То есть, более-менее сливная. Я и не претендую на то, что о, класс, Аракис там всех разбомбил, красавчик, молодец. То есть, такое, так скажем, видео снято из-за того, что давно не снимал. И более, так скажем, качественная война гильдии будет под конец недели, возможно. Поэтому сейчас тут особо не на что смотреть. Ну, показал там варианты каких-то билдов монстров и что у меня могут другие сделать монстры. Итак, вот эта фати, я думаю, будет поинтереснее. И будем убивать первого, я думаю, кого? Пиромоса или нашего завсегдатого. Так, давайте сливать будем. 3000, что ж ты слабо бьешь, Ахманчик? Ты что такое творишь? Ты мне не нравишься. Так, будем сливать. Кайта, по-моему, его зовут. Сколько помню. Ух ты, какой. Еще из первого скилла сработало. Так, скорость. Так, Ахмана нам не надо, чтобы станили, так как это мой единственный подхил. Ну, Агар не сработал. Это плохо. Так, нет смысла бить Кайта, так как сейчас будет баланс. Да. Ай. Блин, не так все легко оказалось, как я думал. Забыл про баф Шеннон. Так, раскол. Нет, снимет. Ой-ой-ой, это плохо. Один Ахман, вижу, не особо справляется. Так, и Шеннон, хорошенько, давай, жахни. Всех замедли. А, нет смысла всех замедлять, или есть? Да, есть смысл. Так как вот, не снят раскол. И Ахман, давай, добивай его. Отличненько, вообще молодец. Вообще, Ахманчик сегодня вообще рулит у меня. Не знаю почему, но он рулит. Реально, если у вас нет Ахмана, ну, если у вас нет, то, наверное, он вам и не нужен. Так. И добиваем нашего Ифрита. Да хватит уже, ну не оттягивай. Блин, я думал, бой быстрее пройдет. Ну, хотя, в принципе-то, дамагеров у меня нету. На что я рассчитывал, чего я ожидал. Да хватит. Посмотрите на нее. Блин, еще и с резистом, я так понимаю. Так как Ахман 2 или 3 тычки уже сделал, ни разу не заагрил. Вот. Еще один удар не заагрил. Так, раскол. Ну, сейчас заагришь? Тоже нет. 4 или 5 атак. Деспайр. Так. Что у нас тут? Победы, победы, победы. Ну, естественно, сливная атака. Вот вы видите. О, блин, лучше бы я ударил плюс 3. Ладно. Не суть в этом. Посмотрим, что у нас с лотереи. Что у нас вкусненького, да, интересно. Фу, мистик. Мистик, да. Скопилось у меня немножко денег. Буквально там за недельку набил почти 4 миллиончика, поэтому вот так. Ну, в принципе, это и все на сегодняшний день. Вот такая вот прошла война. Напоминаю всем, что да, 29 числа у меня онлайн стрим на Твиче, поэтому ссылка будет в описании. Поэтому всех жду.
29 числа, 10 часов вечера по Москве. Всех желающих, задавайте вопросы, надеюсь, будет интересно вам и мне. Всем удачи, всем побед, всем вот таких вот легких побед на ГВ. Всем пока!